Всем привет, с вами Татьяна, и сегодня я готовлю наивкуснейший ужин. Это куриные окорочка, запеченные с молодой капустой. Это очень вкусно. Даже если вы небольшой любитель капусты, поверьте, сготовив по этому рецепту, вам она обязательно понравится. Куриные окорочка выкладываем в миску, посыпаем солью, перцем, паприкой. Также понадобится соевый соус, растопленное сливочное масло и томатная паста. Маринад хорошо втираем в курицу. Далее берем молодую капусту и разрезаем ее вот на такие кружочки. Выкладываем капусту на пергамент, посыпаем солью, перцем, сушеным базиликом и паприкой. Смазываем растопленным сливочным маслом. Выкладываем на капусту замаринованные куриные окорочка и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Вот такой полноценный ужин у нас получился. Курочка сочная, ароматная, с румяной корочкой, очень вкусная. А капуста стала невероятная, мягкая, сочная, насквозь пропитанная мясным соком. Друзья, это очень вкусно. Попробуйте, я думаю, что вы не пожалеете. Я желаю всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием и радуйте своих близких. Всем пока-пока!